Всем привет, с вами Марат Сутаев. Очень часто магазин на АК многие называют обойма. Но на самом деле обойма на АК выглядит вот так. Патроны не выпадают. В стандартном советском комплекте шло 4 магазина и 4 магазина и 4 планки. И один вот такой паук, вилка, кто как называет. Как делается? Когда патроны закончились, мы просто присоединяем паук, и обычно одним движением, но в этом случае неразработанная планка, вот так и вот так. Снимаете паука, вставляете новый паук, и также можно так и так. Когда уже разработана планка одним движением. Если вы об этом не знали, как обычно, подписываемся и ставим лайк. Спасибо.